Всем привет! Вы смотрите канал «Просто детки», и мы с вами сегодня поиграем в новую игру, которая называется «Rodeo Stampede» или «Панический бег». На самом деле очень интересная игра в стиле «Майнкрафт». Вот смотрим, здесь такие вот у нас персонажи, герои. Мы можем выбрать различные там цвета, одежду и так далее. Ну, выберем вот, допустим, любого. Вот такого вот выберем себе героя. Смысл в этой игре, что ковбой такой вот Майнкрафт гонится за животными и с помощью лассо их оседлает. После этого он их, как сказать, строит загоны в зоопарке, и посетители приходят и зарабатывает там он на них денежки. Соответственно, выполняет разные миссии, улучшает свой зоопарк и так далее. В общем-то, сейчас будем играть, смотреть, и все вы поймете. Так, чтобы оббегать препятствия, можно... Ага, вот получается, он пытается нас сбросить, но мы как бы продержались определенное время, и, соответственно, его приручили, ну или объездили. И, соответственно, мы его заберем к себе в зоопарк. Вот, можно так делать разные фотографии. Можем вот так вот сфотографировать. Вот так вот красиво. Вот. И там потом у нас, наверное, будет какой-то фотоальбом. Итак, продолжаем. Сейчас, после того, как мы объездим еще, наверное, кого-то, мы попадем в наш зоопарк. И вы посмотрите, что там можно в нем делать. Итак, вот новинка. Тут много видов животных. Вот сейчас мы объездим зебру. Видим, мы покорили зебру. Так же самое можно сделать фотографию и добавить ее в наш альбом. Так, у нас было задание укротить более необычных животных, и мы укротили. А вот и наша ферма. Открываем, ну, точнее не ферма, а зоопарк. Нажимаем на загон для буйволов. Это наш первый будет загон. И строим. Вот, видно, что его огородили. И мы открываем зоопарк для посетителей. Чем больше у нас будет животных в зоопарке, тем больше, чем дороже будут билеты. Вот, к нам приехало 5 семей, купило 5 билетиков, и мы заработаем на этом 55 монеток. За монетки мы будем также само строить новые загоны, открывать карту, тут карта еще мира, кажется, есть, расширять территорию, и посетители приходят через определенное количество времени. Вот показана следующая поездка через 3 минуты. Там чем дальше, тем поездки будут реже, соответственно, ну, нужно будет рассчитывать свои финансы. Итак, нам дают разные задания, мы можем построить еще так же само загон для зебр покаместь. И все, у нас пока есть деньги еще есть, но других животных нету. Нам нужно найти других животных, и тогда мы уже сможем строить другие загоны и улучшать эти. Тут на самом деле тяжелое управление, вроде бы все так просто, но на самом деле очень легко промахнуться. Вот только что я промахнулся и разбился. Так, у нас вот видите появилось новое задание, нужно оседлать 4 буйвола за один забег. И улучшить загон для зебр. Ну, мы загон для зебр улучшим потом. Сейчас задача оседлать буйволов. Итак, один буйвол оседлан. Бежим, бежим, бежим. Второй есть. Третий. О, слон какой-то. Ай-яй-яй. Я не ожидал. Получается, мы сейчас его укротим. Да, мы покорили слона. Когда я пробовал играть в эту игру, я слона не мог укротить, наверное, раз 20. А тут раз и сразу получилось. Слона зовут какой-то Аристина. Итак, продолжаем. Нам еще нужно одного буйвола было укротить, и мы это сделали. Так же самое здесь ставятся рекорды по продолжительности бега. То есть, чем дольше мы пробежим на карте, тем круче. Можно соревноваться с друзьями через Facebook. Там и другие приложения.
Так. Ох, мы уже перевыполнили план. Ай-яй-яй, промахнулись. Так же самое можно за золото продолжать наш бег, но это нам пока не нужно. Вот, мы выполнили задание, оседлали 4 буйвола за один забег. Нам за это дали 50 монеток. И установили, видим, рекорд по продолжительности бега. То есть 1282 метра, это чуть больше километра. И нам дают следующее задание. Нужно на буйволе продержаться 8 секунд. Мы сначала сейчас сходим в зоопарк, выполним наше другое задание. Улучшите загон для буйволов еще 2 раза. Один раз улучшили, вот видим, там уже изменилось что-то. А второй раз, чтобы его улучшить, ну, нужно 100 монет. У нас их нету, поэтому пошли выполнять задание. Итак, открыть зоопарк. У нас уже могут посетители прийти. Вот, видим, у нас уже цена увеличилась. Было 11 монет, сейчас уже 12, потому что мы добавили загон для зебр и улучшили загон для буйволов. Так, открываем зоопарк. Жалко, нам не хватило немного денег, по-моему. А, не, хватило. Вот видите, 103 монеты. А нам нужно 100 для улучшения загона для буйволов. Улучшаем его. Отлично. Итак, задания эти выполнены. Но не забываем, что у нас было задание продержаться 8 секунд на буйволе. Итак, сначала нужно нам... А, не, можно даже на этом, можно не перепрыгивать. То есть 8 секунд, вот, видим. Ну. Ай, врезались. Ну, задание мы выполнили, нам дали за это 50 монет. Отлично. Теперь смотрим. Следующее задание. Укротите лесной буйвол. Встречается за отметкой 150 метров. И снести 5 кустов саванны. Прикольно. Интересно, что это за кусты, я не знаю. Итак, попробуем. Побежали. Так. Может... Ай-яй-яй. Тут врезаться особо нельзя. Не нажимайте, чтобы приземлиться. Ладно, это я пока не знаю, что там пишет. Побежали, побежали. Ага, вот один куст мы, наверное, снесли. Так, не забываем, что нам нужно найти еще новый вид буйволов. Слон нам пока месть не нужен. Вот еще встречаются такие ящики, в которых разные бонусы попадаются. Ай-яй-яй, какой-то бешеный нам буйвол попался. О, вот, ай, перелетели новинку. Видели, этот буйвол был? Такой он какой-то. Ай! Ай-яй-яй, врезались. Даже слон может куда-то врезаться. Так, ну что. Пробуем еще раз. Получается, мы уже 2 куста сбили. Осталось нам 2 куста. Вот. Вот один куст. И еще 2 куста. Оказывается, это вот это кусты. Так, пересели на другое транспортное средство. Все. Получается, мы задание с кустами выполнили. Теперь нужно искать того вот красненького буйвола, который... А, вон он впереди бежит. Ну, долетаем до него. Отлично, все. Теперь нам нужно его укротить. Вот видим шкалу. Все, мы покорили лесной буйвол. Отлично. Фото на память. Вот как раз там стадо целое. Еще один следом. Фотографирую в наш альбом. Итак, продолжаем. А зачем нам продолжать? Нам нужно... А, мы же, получается, еще не проиграли. Мы его укротили, но не упали. Давайте добежим. Ай-яй-яй-яй. Ой, успел. Так. Перепрыг... Ай-яй-яй, врезался в зебру. Он какой-то впереди зеленый буйвол побежал. Тут получается, чем больше видов буйволов в вольере, тем дороже билеты. Мы выполнили сразу 2 задания. Укротили буйвола и врезались через... Снесли 5 кустов. Следующее задание у нас: улучшите корабль и найдите новых животных. И пройдите 800 метров саванны за один заезд. Ну, мы проходили больше, но задания тогда еще не было. Сейчас вернемся в зоопарк и посмотрим, что нам здесь.
Вы готовы модернизировать корабль? Откройте экран карты. Переходим на экран. И тут, видите, вот мы что-то исследуем. Получается, у нас корабль расширился. То есть у нас добавилась тут площадь. И видим, что у нас слон, получается, укращен. Нужно построить для него загон. Построили. И смотрим, вверху у нас тикает таймер, вот 6 минут осталось до следующего заезда туристов. И, наверное, уже этот заезд будет дороже оплачиваться, потому что у нас больше уже животных. И вот, смотрим вот этот вольер для буйволов. Видите, в нем уже 2 буйвола разных. То есть, чем больше мы сюда видов напихаем, по-моему, в 6 максимальное количество во всех вольерах видов, тем, соответственно, быстрее будем развиваться и так далее. Ну что, еще выполним, постараемся пару заданий, чтобы разобраться немного в игре. После этого вы можете пробовать играть в нее сами. Я в нее научился не сразу играть, потому что управление специфическое. На зебре, ай, врезался вот. Так. Тут на самом деле тяжело вот сориентироваться. Может, кто играет в Майнкрафт, будет ему легко, но я в Майнкрафт никогда не играл, поэтому в эту игру играть мне тяжело. Так. Ну, блин, только начал бежать, и сразу перед нами зебра. Так вот, на зебре тяжело бежать, потому что она быстрее, чем буйвол, по-моему. И такая она какая-то, более нежная, мне кажется. Так, аккуратненько перепрыгиваем на другого буйвола. Ай! Ну, тут как в игре Слизарио, то есть чуть-чуть повернул не туда, все, уже врезался. Чем-то они похожи. Ну, есть. Так, хотелось бы перепрыгнуть, конечно, на слона. Он всех топчет. Но, ладно уже. Так, готово. Ай! Вот хорошо, широкая дорога. Можно бежать, не бояться. Так, нам нужно 800 метров пробежать. У нас вот уже 700 с чем-то. О, отлично, мы выполнили задание очередное. О, 1000 метров уже. Ого, какая-то новинка. Ай, хотел на вот у этого, как его, страуса прыгнуть, но не получилось. У нас еще страусов не было. Так, отлично, мы выполнили задание. У нас задание оценить игру. Ладно, пока мы не будем это делать. Мы пока улучшим загон для зебр. Давайте перейдем в зоопарк. И улучшим загон для зебр. Улучшаем. Интересно, задание у нас выполнилось или нет. Играем. Нам сейчас покажет. И осталось 3 минуты до посетителей. Мы примем, наверное, очередную волну посетителей. И будем заканчивать на этом наш обзор. Ай-яй-яй. Может, сейчас попробуем еще страуса оседлать, если мы добежим до него, потому что бежать очень далеко. Ну, видели, буйвол, когда на нем долго сидишь, он начинает брыкаться. И в конце концов нас скидывают. Так. Ой-ой-ой, как мы тут проскочили? Еле-еле. Я уже думал, что все. Так, так, аккуратненько. Ага, вот сейчас, может, кто-то у нас там будет впереди. Ну, успели хорошо Ай, только перепрыгнули, и все. Ну, попробуем еще разок. Все равно нам еще там сколько, 2 минутки надо подождать. Прошли 1000 метров, но что-то я все-таки... Ай-яй-яй, смотрите, куда я лечу. Ого, через гору перелетел. Думал, что я в нее врежусь. Так, надо стараться собирать... Ай, блин, думал ящик взять, но опять же, мышка немного не туда дернул, и все. И ящик пробежал, и врезался. О, страус сразу тут, смотрите. Ой-ой-ой, ого, какой он быстрый, ай-яй-яй. Не смог я его укротить, потому что он быстро бежит. Так, ну что, еще одна попытка.
Так, вот наша новинка. Давайте, давайте, давайте. Ну, долетел. Так, теперь надо как-то... Ну, он сильно быстрый, я не могу им управлять. Это как сесть на Феррари после, не знаю, там, какого-то запорожца. То есть, сесть-то я на него, блин, погнался за ящиком и врезался. Сесть на страуса у нас уже два раза получалось, но именно мы это делали на узком промежутке карты. Поэтому сразу куда-то впиливались. Так, вот, ящик. Ой, пробежали мимо ящика как-то. Так, страус, ну где же ты есть? Зебра. Зебра нам не нужна. Тем более, что пока новый вид зебры у нас не открывается. Так, нам нужен страус. Страус, ау. Высовывай голову из песка. Ай-яй-яй-яй, сейчас нас скинут. Не. Ай-яй-яй. Вот это столько их много тут уже пошло. Вы что, издеваетесь? Ай, пролетел буйвола. Ну что ж ты сделаешь? Вот, нам написало сообщение, что готова следующая поездка туристов. Смотрим. Вот, видите, Родео уже стоит у нас 15 монеток, а сначала было, по-моему, 11. То есть 5 семей так же само к нам приехали, и мы заработали на них уже 75 монет. Вот, привезли туристов, это получается какой-то воздушный вообще зоопарк. Все, теперь следующая поездка будет аж через час. То есть можно смело выходить из игры, потом через час заходить, там, выполнять новые задания и встречать посетителей. Так, у нас было, по-моему, задание еще улучшить загон для зебр. Как раз у нас 100 монеток есть, мы его улучшаем. То есть хуже от этого не будет никому. Вот, теперь они одинаковые. Видите, и заборчик с этими с буйволами. Ну, а слон у нас один, поэтому пока его оставим в сторонке. Вот такая вот у нас получилась игра. Как по мне, взрослому человеку даже это очень интересно. А детям, я думаю, тоже очень понравится. Особенно ценителям Майнкрафт, которых сейчас очень много. Если вы смотрели это видео, оно вам понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Я буду стараться почаще снимать игры, ну, точнее, эту игру, потому что она длинная, тут много чего можно улучшить, сделать, пройти. Будете смотреть, как я это делаю, а может что-то подсказывать, может что-то новое у меня брать. Так что подпишитесь, не пропустите новые серии. Всем пока-пока!